Приветствую вас. Во-первых, очень важно, что каким значением вы наделяете детей, каким значением вы наделяете ребенка своего, да, как бы. То есть, что вот он для вас, грубо говоря, значит, что он означает, каково его значение для вас, ребенка, это первое, потому что, возможно, вы слишком много значимости, слишком много значения придавали ребенку, опять же. И просто разочаровались в нем, когда он родился. Вот. Ну, может быть, когда второй ребенок родился. Вот. Вполне вероятно, что вы просто чересчур жертвенны стали, то есть слишком много, вот, слишком много отдаете ребенку. Вот. То есть тут может быть такая вот еще причина, такое основание может быть. Вот. Так или иначе, это все, нужно исследовать, так или иначе, потому что у раздражения всегда есть свои какие-то вот причины, да, свои какие-то основания у раздражения, вот. И, соответственно, поисследовать эти причины, поисследовать эти основания очень важно и полезно. Вот. Но не только даже для вас, но и для вашей семьи, для мужчины, с которым вы живете, для самих детей. Вот все это на них оказывает воздействие. Вот. В общем, если глобально, то речь идет, скорее всего, о том, что вы просто не реализуете никак, вы не чувствуете свою ценность, вот. Просто вот не ощущаете своей ценности, вы не ощущаете своей значимости, вот. И, вероятно, все дело именно в этом заключается. То есть из-за ребенка, да, из-за ребенка, вы не чувствуете себя важной, не чувствуете себя женщиной, не чувствуете себя, может быть, личностью. Вот. Такая вот история. И, соответственно, нужно в этом направлении вам работать. Желательно в этом направлении работать. То есть желательно, чтобы вы вот исследовали свои желания, исследовали то, что вы хотите, исследовали то, что вам важно, вот. И как-то вот учились находить такой, знаете, компромисс
между тем, что вы должны делать, и тем, что вам, к примеру, хочется. Вот. Такая вот история. По крайней мере, исходя из того, что вы пишете. Вот. Вот так вот, в принципе. Я думаю, можно ответить вам, по крайней мере. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я понимаю, что это было, ну, немного, то есть не очень, наверное, информативным был мой ответ вам, но вы достаточно мало дали информации, вот, чтобы вам помочь. Вот. То есть мне кажется, что вот тут такая история. На этом все. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.